День добрый, друзья дорогие, дорогие наши подписчики. Здравствуйте все, кто нас смотрит. С вами солнечная Алания, компания Arbat Homes. Я Татьяна Пикер. Сегодня на повестке дня на самом начальном этапе строительства комплекс на первой линии в русскоговорящем районе Махмутлар. Давайте все по порядку. Сразу озвучиваю цену. 1 плюс 1 от 165 тысяч евро, это 63 квадрата. И считаю нужным затронуть тему ценообразования. Откуда растут ноги и почему здесь такая цена? На Средиземноморье, в Турции, ценник зависит прежде всего от расстояния до моря. В данном случае мы имеем расстояние до моря 0. То есть вот здесь находится, будет находиться наш комплекс. Следующее – это богатая отельная инфраструктура. То есть чем богаче инфраструктура в вашем комплексе, тем ценник на квартиры будет дороже. Следующее – это же, конечно же, вид на море. Чем выше этажи, тем выше будет стоимость. А так как у нас комплекс находится на первой линии, практически 95 с хвостиком процентов квартир будут иметь вид на море, отсюда и цена. И также не забудем про качество строительных материалов, используемых в комплексе. А сегодняшний застройщик очень качественный, и я называю его гарантированным. Уже цать проектов были сданы в эксплуатацию, у меня там было очень много продаж, и все клиенты очень довольны. Итак, дорогие мои, вот показываю сейчас вот эти два зеленых здания. Это у нас старый фонд, застройщик выкупил землю. Это отель, отель сносят, и строительство стартует в этом году, в 2022, в июне, ровно через два года. В июне 2024 года комплекс будет сдан в эксплуатацию. Состоять будет из двух блоков. Напоминаю, это у нас первая линия, район Махмутлар. Сразу хочу сказать по плану оплаты. Вы уже знаете, по стандарту обычно бывает 30% первоначальный взнос. И дальше ежемесячная оплата, беспроцентная рассрочка до конца строительства. На 2 года у вас есть рассрочка. Или вы оплачиваете, например, 100%, и тогда уже можно будет или с владельцем нашей компании, или с застройщиком поговорить относительно скидки на стоимость вашей недвижимости. Также можно установить и индивидуальный план оплаты. Все это можно узнать по Viber и WhatsApp. Вот здесь вот номер телефона, пишем, спрашиваем, и всю детальную информацию наши менеджеры вам расскажут. Дальше мы перейдем к планировочкам. Там около отеля буду вам уже рассказывать. Перешла я сейчас дорогу, стою рядом с отелем, слышу, там тукают потихонечку, разбирают уже отель на кусочки, и в июне стартует строительство. Напоминаю, из двух блоков будет состоять наш комплекс. Сразу хотела рассказать вам про инфраструктуру, и начнем мы с подземного собственного перехода на собственный пляж. Дальше. Территория комплекса будет составлять 6400 квадратных метров. И огромная подземная парковка будет под территорией всего комплекса. Почти, потому что 5000 квадратных метров, и 100-110 машин будет рассчитан у нас крытый паркинг. Очень удобно, особенно в летний период, когда солнце печет, машины ваши не будут внутри и снаружи горячими. В инфраструктуре по стандарту спа-центр – это открытый плавательный бассейн с водными горками, крытый бассейн, это сауна, хамам, паровая, массажные кабинеты, детская игровая площадка на летний период, а также крытая для зимнего периода детская игровая площадка, это бильярд, это настольный теннис, это много-много-много всего. Сами смотрите сейчас на экране, что же будет делать для вашего комфорта наш замечательный застройщик. Жалко, конечно, с одной стороны, что такой туристический кусок не будет уже существовать. Вот даже мы с нашим оператором сейчас поговорили, он говорит, я вспоминаю, когда мы летом здесь гуляли, делали съемку, то люди купались в бассейне и радовались турецкому солнцу, турецким вкусняшкам. А сейчас будут радоваться те, кто будут приезжать сюда на аренду или в собственные квартиры. Вот видите, уже очень активно идет разборка этого отеля. Итак, мы остановились на планировках. 1 плюс 1 – 63 квадратных метра. Стоимость квартиры на данный момент от
165 тысяч евро. Планировка 2 плюс 1, квадратура 102 и стоимость на данный момент 260 тысяч евро. И три квартиры в первом блоке, которая будет стоять ближе к пляжной зоне. Квартиры двухуровневые, 1 плюс 1, 110 квадратных метров, 450 тысяч евро. Дорогие мои, стоимость будет увеличиваться несколько раз. Чтобы узнать подробности, пишите по номеру на экране или в описании. Пожалуйста, спрашивайте, задавайте вопросы. Что еще наш застройщик включает в стоимость квартир? Вы всегда знаете, что турецкая недвижимость сдается в эксплуатацию с полной чистовой отделкой, а также это вся сантехника в ванных комнатах на кухне и также корпусная мебель на кухне. На солнышке греемся, на лавочке сидим, красивое место нашли и продолжаем с вами разговор о комплексе. Три бонуса. Три бонуса, которые входят в стоимость от застройщика недвижимости в данном комплексе. Вы знаете, что турецкая недвижимость сдается всегда с сантехникой, с корпусной мебелью на кухне и с полной чистовой отделкой. Кроме этого, алюминиевые рольставни на всех окнах автоматически будут включены в стоимость. Это раз. Второе. Полностью пакет бытовой техники. Скорее всего, будет фирмы Бека или Беко. Это два. И три. Это установлен будет теплый пол во всей квартире, не только в ванных комнатах, но и в гостиной, в спальнях и так далее. Итак, дорогие мои, давайте подводить итоги. Сегодня смотрели мы с вами комплекс на самом начальном этапе строительства в районе Махмутлар. Скажу, начало и конец строительства – это июнь 2022. Через два года комплекс будет сдан в эксплуатацию. Планировочки 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 1 плюс 1 двухуровневые квартиры. Лофт – богатая отельная инфраструктура пятизвездочного отеля. Это первая линия, два блока. Дорогие мои, стоимость от 165 тысяч евро и будет повышение. Поэтому пишем, звоним, спрашиваем, договариваемся, мы отправляем вам прайсы. И приезжайте, будьте частичкой нашей солнечной Алании. С вами была Татьяна Пикер, Арбат Хомс. Пока-пока.